Звуки работающих катков и асфальтоукладчиков наполняют ночную тишину на проезде 9 мая. Дорога не самая широкая, а потому основные работы дорожные строители выполняют ночью, чтобы не создавать помех для автолюбителей. На участке длиной 630 метров производят ремонт большими картами на всю ширину проезжей части. Ранее выполнили фрезерование старого слоя асфальта, теперь укладывают новый толщиной в 5 сантиметров с применением современных технологий и материалов для увеличения прочности покрытия. В текущем году при выполнении работ по ремонту карт применяется новая асфальтобетонная смесь. В соответствии с требованиями национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо применение новых и новейших технологий при выполнении работ. Таким образом, при выполнении мероприятий в текущем году на ремонтокартах используется асфальтобетонная смесь тип 16ВН. Ремонт на каждом этапе контролируют городские власти и общественники. Этой ночью они проверили процесс подготовки дороги к укладке асфальта, саму укладку и соответствие техкарте. Качество оценивает заказчик. Мы отслеживаем и смотрим результаты испытаний лабораторных и делаем свои выводы. На данном этапе, если есть какие-то замечания, то подрядчики их быстро устраняют. С точки зрения, как проходит вся компания в целом, то мы мониторим ремонтную компанию с самого начала, знаем сроки начала окончания контрактов подрядных организаций. На сегодняшний момент организации идут либо в графике, либо с опережающим темпом. Нет сомнений, что по окончанию контрактов 1 сентября все дороги будут отремонтированы. Проезд 9 мая очень важен для жителей Советского района. Здесь располагаются два сквера Маяковского и Чехова. Последний был благоустроен в 2018 году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды и стал одним из центров притяжения горожан. А еще на проезде 9 мая находится муниципальный дом культуры «Заря», который был построен в суровое военное время в 1943 году, а в наши дни стал традиционной площадкой проведения межнациональных праздников и концертов. Поэтому дорога пользуется популярностью. От имени жителей хочу поблагодарить и администрацию города Самары, и департамент по благоустройству непосредственно за то, что эта дорога отремонтирована в нашем любимом советском районе. Чтобы полностью справиться с укладкой асфальтобетона на проезде 9 мая, специалистам потребуется еще порядка 2-3 ночных смен. В случае осадков работы будут приостанавливаться, пока не высохнет основание, и возобновляться при первой же возможности. Ремонт большими картами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре в этом году выполняют на 25 участках по всему городу. 10 объектов уже сданы в эксплуатацию, еще на 9 работы подходят к завершению. Всего выполнено почти 2/3 от запланированного объема. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.